Ребята, здравствуйте! Привет-привет! Ребята, внимание! Сегодня финал, а это значит, что буквально через несколько минут мы узнаем, кто же стал победителем этой конкурсной недели в стране безопасности. Вы готовы? Да! Сегодня вас ждут нелегкие испытания, это все-таки финал. Но, впрочем, вы уже показали себя как достойные соперники и практически равные бойцы. Вот, ну, я предлагаю посмотреть, чем закончился предыдущий соревновательный день. Закончился третий соревновательный день, и наши участники добрались до финиша. Правда, с разным успехом. 29, 30. Но настоящие чемпионы знают, что не переступив финишную отметку, рано радоваться успеху или расстраиваться по поводу проигрыша. Ну что ж, финал. Итак, можно уже подвести кое-какие итоги. Пока лидирует Юля, у нее 30 фишек, у Кости 24. Итак, готовы приступить к первому испытанию сегодняшнего дня? Да! Молодцы. Правила вы уже знаете. Я задаю вам загадку. В конце этой загадки не хватает одного слова. Вы должны найти это слово на картинке его изображения, каждый на своей доске, и быстренько примчаться, принести мне эту картинку. Итак, готовы? Первая загадка. Слушаем внимательно, реагируем быстро, бежим. Все-таки это финал. Соберитесь. Костя. Без рук, без ног к небу ползет. Быстрее, Костя. Дым. Дым. Правильно, Юля. У нас финал сегодня, поэтому в первом туре мы раньше получали по одной фишке, а сегодня две. Ставка растет, поэтому, Юля, тебе две фишки. Держи. И следующая загадка. Рядом с дворником шагаю, разгребаю снег кругом и пожарным. Так, Юля, тебе штрафное очко. Тебе штрафное очко. Косте я даю фишку за это. Получаешь фишку, Костя, ты уже. И слушаем внимательно. Дослушаем загадку до конца и потом только стартуем. Слушаем. Рядом с дворником шагаю, разгребаю снег кругом и пожарным помогаю засыпать огонь песком. Вот теперь побежали. Копать. Ах, умнички мои, так старались вдвоем, принесли. Конечно же, каждый из вас заработал по две фишечки. Костя, твои две. Так, ты хорошо идешь, Костя, так держать. Ну, и в Юле никто и не сомневался. Юлечка, еще одна нам. Присаживаемся, следующая загадка. Третья. Спешит, гудит, дорогу дай, моргает синим глазом. Примчится вовремя, спасет детей и взрослых разом. Побежали! Быстрей! Пожарная машина! Пожарная машина, да. Пожарная машина. Но Костя так старался, бежал. Чуть не упал, что я одну фишку, Юль, с твоего разрешения Косте мы тоже дадим. Хорошо? Костенька, держи. Я не обижаюсь, но все равно. Молодцы дети. Самое главное... Да, это две. У нас же финалы. Вместо одной фишки мы получаем две. Итак, четвертая загадка. Слушаем внимательно до конца. Что, дотронувшись едва, превращает в дым дрова? Пожар. Огонь. Огонь. Правильно, Юля. Правильно, Юля. Получаешь свои две фишки. Презентуем одну фишку? Да. Держи, Костенька, тебе тоже. Клади на место. Ребята, самое время подвести итоги. За коробочками и ко мне. Костя, твои считаем. 1, 2, 3, 4, 5. 5 у Кости и у Юли. 3, 4, 5, 6, 7, 8. И 8 у Юли. Маленький отрыв, Костя. Ставьте их обратно. Ну, быстрей. 5 и 8. Ребята, сегодня состоится ваша последняя встреча с инспектором МЧС Марией Александровной. Я думаю, что за последние несколько дней она стала для вас настоящим другом. Много рассказала о том, как избежать пожара и как себя вести, если пожар уже случился. Она, кстати, тоже с огромным нетерпением ждет встречи с вами. Ребята, привет! Здравствуйте! Я очень рада нашей новой встрече. Наверняка у многих из вас в комнатах на потолке установлен вот такой белый круглый прибор, который вам периодически подмигивает красным цветом. Скажите, кто знает, что это такое и зачем он нужен? Понятно, что за правильный ответ вы получите заслуженную фишку. Так, Юля подняла руку, ну-ка. Когда начался пожар, а мы этого не знаем, и еще запах не такой же. Тогда вот эта вот мигалка же такая... Что?
штучка начинает... Штучка начинает мигать, и тогда пищать так. Правильно, Юль, правильно. И мы знаем, что начался пожар. Да, совершенно верно. Костя, может быть, ты скажешь, как называется эта самая штучка? Это наш верный друг и надежный помощник в трудной ситуации. Его зовут автономный пожарный извещатель. В случае возникновения пожара он подает очень громкий звуковой сигнал. Вот такой. Так он сообщает нам об опасности. Ребята, как вы думаете, что надо делать, услышав такой звуковой сигнал? Надо, и когда оно запищит, надо быстренько открыть дверь, взять телефон, позвонить. Куда позвонить? Пожарным. И сказать квартиру, этаж, улицу и... Хорошо, да, поняла я твой ответ. Костя, у тебя вариант какой? Если вдруг пожарный извещатель сработал, что нужно делать? Если у тебя нет телефона, то ты можешь побежать на балкон или в дальнюю комнату. Можешь покричать «пожар, пожар». Да, ребята, сейчас как точно это все выглядит, мы услышим у Марии Александровны, но тем не менее вы уже заработали каждый по фишечке. Держите. Оп, кладем. Разворачиваемся и слушаем. Если вы услышите такой звуковой сигнал дома, немедленно убегайте на улицу. Встретив взрослых, попросите вызвать спасателей или сделайте это сами. Тем более, что за наши 4 встречи вы уже должны были запомнить эти важные номера телефонов. Давайте отвечать по очереди, а за каждый правильный ответ вы сможете заработать еще по одной фишке. По какому номеру телефона нужно звонить? Костя? 101 или 112. Если у вас дома еще нет такого прибора, то теперь вы сможете рассказать родителям, насколько он нужен и важен. А наша встреча подходит к концу. Я пока не знаю, кто из вас победил, зато одно знаю точно. Теперь о безопасности вы знаете намного больше. И это самый главный результат. Ребята, настало время последнего испытания. Поскольку это финал, то вы получите за правильный ответ не две фишки, как раньше, а целых 3. Я задаю вопрос, а вы отвечаете. Кто первый? Я. Костя. Костя первый. Ребята, вопросы эти достаточно сложные, но есть одна подсказка. Ответы на них вы уже слышали в один из дней, в который мы с вами уже соревновались. Поэтому слушайте внимательно, ответ вы уже знаете. Первый вопрос, Костя, адресуется тебе. Как выбраться из комнаты, в которой уже много дыма? Уже... Надо одеть, намочить тряпку, надеть, на рот и выбежать на улицу. Правильно, Костя, но выбегать желательно, не желательно, а нужно. Не по лифту, а по ступенькам. Молодец, Костя. 3 фишки. 3 фишки тебе целых. Молодец. Клади на место. Юль, ты готовься слушать свой вопрос. На эту тему мы с вами разговаривали во время нашей второй встречи. Слушай вопрос. Что нужно делать при пожаре, если вы заперты в квартире? Когда дверь закрыта и никого дома нет, надо выбежать, и начался пожар сильный. Надо выбежать на балкон, сказать «пожар, пожар». Если нет балкона, забежать в дальнюю комнату, там, где нет пожара. Если там окно чуть-чуть открыто, и со всей силы кричать «пожар, пожар». Или если нет окон, то можно подойти к телефону и позвонить по номеру 101 или 102. 12. Или 112, да, немножечко ошиблась. Юля, какая ты молодец. Ты заработала 3 фишки, выдала очень полный ответ. Умничка. Сейчас я насчитаю нужное количество. Держи. Костя, теперь вопрос тебе. Это вопрос из нашего 3-го конкурсного дня. Если вы позвонили в службу МЧС, что вы должны сказать о себе? Какую важную информацию дать? Адрес, квартиру, подъезд, дом... И этаж. И номер? И номер своего телефона. Умничка. Очень полный ответ. Все назвал из того, что нужно сообщить. Держи 3 фишки. Юль, ну и последний вопрос твой. Что надо делать, Юль, прежде чем тушить пожар на плите? Надо выключить плиту. Накрыть крышкой, взять полотенце мокрое, облить водой, накрыть и потом наверх
крышку, и тогда пожар прекратится. Юлечка, ты ответила даже больше, чем надо. Да, самое главное, что ты первый этап назвала, это нужно выключить конфорку. Поэтому три фишечки твои. Держи. Ну что же, последнее испытание этого дня позади, и теперь, ребята, мы с вами можем подвести итоги. Ну, для начала подведем сегодняшнего дня, а потом все суммируем и выясним, кто же стал победителем на этой неделе. Несите сюда свои коробочки. Юля, сегодня ты заработала, сегодня много фишек мы давали, три, даже я, наверное, выброшу, так будет мне проще. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, целых 16 фишек. Костя, у тебя 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Практически такое же количество, как у Юли. С разницей всего лишь в одну фишку. Ну, а теперь нам нужно суммировать предыдущие три дня, фишки за предыдущие три дня и сегодняшние. Итого, у Юли было по итогам трех дней 30, плюс 16, которые ты заработала сегодня. Костя, какой сильный математик, у тебя 46 фишек. Костя, у тебя было, насколько я помню, а я точно помню, 24. Сегодня ты заработал 15. 35. Нет. То есть 39. Да, молодец. С минимальным отрывом на этой неделе победила все-таки Юля. Костя чуть-чуть ее не догнал, но Костя тоже у нас огромный молодец. Юля, мы тебя поздравляем. Костя, мы тебя тоже поздравляем. Ребята, здесь побежденных нет, потому что вы вдвоем молодцы. Самое главное, что вы уже столько знали до нашей передачи, сейчас вы знаете еще больше. И самый главный момент у нас остался, это награждение. Посмотрите, у нас же там на протяжении всех наших передач ждали вас ваши подарочки, которые я с удовольствием вам вручу сейчас. Юлечка, эта коробка, этот подарок для тебя. Держи. Спасибо. Костя, это тебе. Спасибо. Поздравляем вас. И самое главное в нашей жизни – это безопасность. Мы прощаемся с вами и ждем встречи с нашими следующими участниками. А место встречи изменить нельзя – это страна безопасности. До скорого. Пока-пока. Одежда для ведущей предоставлена магазином женской одежды «Бурвин», проспект Ленина, 51.